Простите, ребят, там я кое-что сглупил. Да, я вижу. Так, о чем мы там остановились? А, то, что мы будем призывать... Я просто буду молчать. Идем в какое-то другое место. Короче, мы будем, типа, призывать разных духов, но это как вы захотите. Да. Ага. Но если вы не захотите, мы все равно это будем делать, но... Мы будем, если вы не захотите, мы это будем делать немного реже, а если вы захотите, то... Они хотят этого. На том видео, где Чарли... Кстати, этот фильм будет на реальных событиях, Юстал. Какой? Боже. Ладно, все, давай, сейчас. Я тебе потом расскажу. Так, вы, конечно, пишите, типа, то, что... Дебил, честное слово. Кто говорил? Смотри, кто тут дебил, а? Вот он, флаг, челлендж. Дебил? Ладно, сейчас я... Ты сейчас тут все оборудование сломаешь. Какое оборудование? Принтер и компьютер? Ну все равно, это ж деньги стоит. Все, давай, пока. Пока я больше не буду играть. Ладно. Так вот, если вы хотите этого, то да, вот напишите в комментах, кого вы хотите, чтобы мы призвали. Если честно, это очень страшно. Это невыносимо страшно. Так, ну и вот, если честно, мы вам будем рассказывать историю с Чарли. Не-не-не, ладно. Все, ребят. Ладно, значит, короче. Подождите, сейчас. Мы отсняли материал, который надо. Я распределю это все по частям. А сейчас будет челлендж, потому что челлендж у меня только один, так что... подожди, надо сказать там. Давай лучше ты сейчас первый скажешь. Так, вставай. Подожди, чтоб было эффектно. Так. Да, это как-то глупо сейчас выглядит. Мы всегда так готовимся. Да. Давай, тогда ты первый. Надо было приостановить, ладно. Прощай, Мида. Сейчас я поставлю на паузу там. Как всегда, в принципе, ребят, что готово? Раз, два, три. Ёлочка! Эй, с вами был Хоумплей. До свидания.